И всем привет! С вами, как всегда, я Гумар Студия 1 и... В общем, извиняюсь, что не было свежих выпусков новостей Якутска из-за по простейшим причинам. В общем, 22 сентября произошел рейд моего сервера Якутска в Майнкрафте, из-за чего пострадал этот микрорайон. Там здесь сейчас вот детский сад номер один, школа номер один. Это жилое здание, самое первое, автовокзал, фитнес-клуб, самый первый небоскреб в городе, военкомат, еще две пятерочки стоят и другие прелести. В общем, подверг все это рейду, в общем, были образованы дыры, как будто был взрыв ядерной бомбы и другие прелести. И все вот тому подобное. То есть все было снесено к чертям. В общем, не спрашивайте. В общем, вы знаете о том, что я писал это событие в разделе сообщества. И это сделал никто иной, как один из моих бывших друзей. Это был Райми, он же Дмитрий Насеткин. А ВК он называется как Олег Скрепкин. Это липовое имя и фамилия. В общем, немного пострадал. Но через два дня, через Микор, мой дружбан и администратор в моем сервере в Майнкрафте восстановил город в Майнкрафте, потому что у него была резервная копия карты. За 21 сентября, то есть 21 сентября было понедельник, вот рейд произошел во вторник. Сегодня у меня на календаре четверг, 24 сентября, и сервер восстановлен. Все как говорится, на своих местах. Хотя на карте были какие-то дырки, на трамвай, была повреждена трамвайная линия и школа номер один, которую, к счастью, удалось, можно сказать, починить. Количество, что человек осталось прежним, к счастью. Но произошли кое-какие изменения, ребят. Ну, однако с 23 сентября, а именно со среды, компания Райми, точнее видеоканал на Ютубе, стал запрещен на территории Бубуланской Федерации Якутска. Кстати, Бубуланди это мой фейковый, моя фейковая страна на территории России. Так вот, Райми стал запрещенным из-за произошедших событий. И офис Райми, который вот здесь раньше располагался, был снесен. Теперь там просто квартиры. Теперь там все пусто. То есть теперь помещение было освобождено. Здесь пусто. И здесь пусто, только вот светильники остались и двери. В общем, друзья, вот такие вот кардинальные, в общем, нововведения в городе. И пожалуйста, поставьте лайк, если вы писали в комментариях, то воскрешай свой город в Майнкрафте. Так вот, друзья, я воскресил этот город. Ну и, конечно же, никуда не обойтись без каких-либо пожеланий. Ну и, конечно же, заявок, что-нибудь построить. В общем... Мой друг, который учится в одном классе со мной, его зовут Александр, он тоже зритель моего канала, предложил построить спар, только побольше, чем на Комсомольской улице и на Городецком проспекте. Ну что ж, построим. И запрос от еще одного чувака, никнейм я забыл, как-то, но он предложил построить аквапарк. Что ж, я постараюсь это выполнить, по крайней мере. Ну и скоро планируется... Ой, я случайно скриншотик сделал. Ну и скоро планируется сделать полную перестройку, поставить новостройки на проспекте Сушиновского. Будет переделано здание по управлению. Ой, вагонетки катаются. Но их должен остановить. А, они самоходы, блин. Ладно.
Я опять этот скриншот сделал. Так вот, ребят, в общем, будет, короче, появляться новостройки в Якутске. То есть немного будет сноситься. Будет сноситься старые дома, типа, по типу этих пятиэтажек. Будет переделано управление по делам социального защиты населения района. То есть будет передан МФЦ. То есть было управление будет районное. Стало уже МФЦ. Ну, по крайней мере, всего тут два, вообще сказать, управления, то есть два районных МФЦ, всего один в Сашиновском районе, самый первый, а второй уже на Городецком проспекте, в Леопольдовском районе. И да, напоследок, хоть пользуюсь случаем, ребят, огромную благодарность я принесу одному из зрителей, который зовут Барт89. Он сказать, подарил неотъемлемую часть поддержки в знак поддержки моего города Якутска. Кстати, он тоже строит свой город, называется его Бартовск. Бартабург, точнее. И он строит на Майнкрафт ПЕ. В общем, предлагается, лучше сказать, присоединиться к моей игре. Ну и на этом все, что я хотел вам, друзья, сказать. Остановлюсь я у ВТБ-24. Все, что я сказал, в общем, друзья. Ну и что ж, друзья, в общем, мой сервер восстановлен, к счастью, карта восстановлена, так что радуемся, заходим, играем. Условия написаны в описании под видео. Ну а с вами был Якун еще один. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, предложения, что построите по идее. И всем покедово, ждите новых выпусков новостей из Якутска. Пока!